Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем играть в War Tales. Тут у нас недалеко, ну вот, буквально вот здесь идет замес, который, в принципе, нам надо как-то разрулить. Потому что эти наши два задания как раз. Поэтому мы отправляемся с вами прямиком туда. Но что-то их слишком много здесь. Я думаю, как-то надо, чтобы отошли кто-то оттуда. Одни хотя бы. Вот, трое отошли. Мы идем за ними. Сразу же нападаем. Потому что их тут что-то слишком много. Лидерская атака. Вот этот главный, да, у них получается. Так... По расстановке, что мы делаем? Тут капкан, тут лучник. Лучник что умеет? Просто стрелять умеет. Значит, делаем как? Давай вот так сделаем. Лучника сюда. Даже не знаю, как правильно сделать. Так, этим нападаем сюда. Кто первый, тот ходит. Нам надо его вязать боем тогда вот так. Этим бежим до сюда. Нашим фиром сразу же связываем боем вот этого. Дальше. Дальше. Вот этим бежим сюда. Травим его, получается, да? А, он может и нашего зацепить тогда. Блин. Вот это я лоханулся. Надо было между вставать. Это плохо, 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 плохо. Ну ладно, давайте пробуем так пока. Ага, у него тоже смерч. Вот это попадос. Этот будет ходить, да? Давай вот сюда. Таким макаром, да? А он мощен. Так, этого подводим сюда. Он может нашего зацепить, так что бьем этого, получается. Ближе не подойти, повязку не одеть. Давай посмотрим, что ты сделаешь. Ага, попадает. Так, тебя. Если вот сюда. И вот так круговой. Отлично. И давай вот сюда. Так, ты. Нам тут нечего делать. Только так. Вот так. Добежать он никуда не сможет, чтобы похилить, да? Ты у нас бежишь сюда через яд, блин. Сзади атаку
стоишь. Ай-яй-яй, вот это было больно. Этого нам надо добивать. Да, будет неприятно. Минус. Давай сюда. Насмешка. Вот так. Этим. Нет, стоп, а этот может лечить? Да, этот может лечить. Давай вот так. И вот этого хиль. Плюс удар. Вот так вот. Умирающий боец. Боец вот-вот умрет. Он может только двигаться. Любой дополнительный урон тут же убьет его. Он поэтому бьет. Сюда. И вот так. Ваш отряд измотан. Если вы продолжите путь, спутники могут умереть от истощения. Вам стоит отдохнуть. Чинить все, исцелить всех. Обобрать. Ну вот кинжал, конечно, этот меня прям подбесил. На нас сейчас еще эти нападут. Так, ладно. Смотрим. Тут что у нас? Телосложение плюс 2, воодушевление. Всем бойцам из этих области защита на 2. Боец, тяжелая броня. Это тоже тяжелая. Сбивающий удар. Дисбаланс. 6 урона 2 раза. Опять же по области. Но по области у нас атака есть. Давайте защитником сделаем его и силу. Так, что касается тебя. Так, урон снижается на 50, ослабление. Крушитель, ядовитый удар, наносит всем бойцам в области, опять по области. Неудержимый натиск отступает и атакует по прямой, наносит всем бойцам на пути 5. Не, давайте разрушитель. Ну и силу, соответственно, да? Так, тебе шлем. Броня 5. Так, это у нас пойдет тебе, да? Тебе же не пойдет? Тебе должно пойти. Вот так. Ну и, в принципе, на этом, я думаю, подготовка закончена. Сражаться. С этими, но ничего не поделаешь, мы хотя бы вылечились. Тоже лучник у них, да? Один. Этот опять будет травить, этот тоже. Так, а где наш лучник? Лучник вот сюда.
Он добежит. Давай, погнали тогда вот так. Так, он первым ходит. Так, дальше. Он опять травит по кругу. Следующий ходит лучник. Ах ты, падла, задел капкан, да? Ладно, травим. Он сейчас будет стрелять нашего. Попадает. Нам ничего не остается, да? Да, только этого. Так. Потом наш здоровячок. Давай сюда. Будет ходить этот. А этот не круговую атаку делает. Так, значит, этим. Прям вот сюда. Прям вот так. Так, этот ходит следующий. Вяжем его. Так. А так хорошо. Лучник, 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 лучник. Давай прямо вот сюда. Так, этот ходит следующий. Давай вот этого добиваем тогда. Но если я подойду и буду его лечить, пока что нет, не стоит. Ты бей. Воодушевление, защита всем. Давайте. А теперь бей. Ну, крит не прошел, обидно. Давай, тобой. Вот так. Ага, цепляем только этого, нет. Вот так. Никуда мы никого не отпускаем. Этого окружаем. Так, и в принципе можно еще вот так. И все. С этими тоже справились.
Так, здесь разобрались, и нам надо привал. Наконец-то. Вы можете отдохнуть у костра в лагере, кормите свой отряд и вовремя выплачивайте жалования, чтобы избежать недовольства. Отдых восстановит вашу шкалу усталости, вернет очки доблести и ускорит время. Понятно. Так, кто у нас был лесничий? Ставим его сюда. Отмычки у нас есть. У нас одна отмычка, но делаем 4. Сразу же. Отлично. Коновязь, это надо веревки. Но веревки одну только можем сделать пока что. И одну очку знаний мы получили таким образом. Бережливость берем, это тоже очень важно, чтобы платить меньше денег нашим бойцам. Так, этого мы ставим вот сюда. Это он нам будет производить на каждом привале 2 сырья для починки, да? Ну и пока больше нам нечего делать. Давайте поедим. Два, четыре. Но придется все равно на 16, да? Ну да, хоть как ни крути, все равно 16. Отдыхаем. Во время привала на нас также могут напасть. Так, счастье увеличилось. Максимальное количество очков доблести повышено на 1. И 3 еще изготовил сырья. Так, вот здесь какой-то замес идет. Давайте тоже сюда подойдем, узнаем, что у них происходит. Help, please. Помогите, прошу. А, так, хорошо, а если я вот сюда? А, нет. Нам хоть как? Сюда. Help, please. Но мы еще не поставили никому наш кинжал. Коварный смерч. Стоп. Ну, они одинаковые, да? Ну, давай так. Больше же у нас никто не может этим драться. Да, не может. Ладно, нападаем. Бандиты, богатый торговец. Но если мы на торговца нападем... То, я думаю, не стоит. 2 союзника будет. Приближаются вражеские подкрепления. И тут их дофига. Но пока мы лохи, давайте сюда. Некоторые персонажи важнее. Если они умрут, битва завершится. Важных союзников нужно защищать, а важных врагов захватить. А, вот это важный, да? Да. Это все нехорошее. Сейчас будем смотреть, куда и что и как. Это главняк, да? До него мы можем добежать каким-то образом? Да, можем. Ты кто? Ты торговец. Так, ну хотя лучник пусть будет здесь. Тебя уберем вот сюда. Так, ну поехали. Давайте на главного. Вот так вот. Будет ходить вот это следующее.
чуть-чуть цепануло и ядка добавило, да? Так, а если мы вот сюда? Ослабляющий удар по тебе. И потом... А, он ввязался уже в бой, да? Получается. Только так. Ну давай. Надо было сначала ударить тем ударом, потом уже ослабляющий. Ну, зато он убил своего. Тоже неплохо. Так, до туда мы не добежим. Тут тоже неинтересно. Давай тобой. Хорошо прошло. А, это еще эти ходят. Два, это не страшно. Так, ты у нас что будешь делать? Ты давай сюда. Стреляй. Отлично, в глаз прям на. Так. Защиту всем. Получи по хребтине. Так. Больно. Вот сюда давай. Вот так, ядку тебе маленько. И ярость добивай. Да вы задолбали уже с этими. И чё, ты мне ничего не дашь? Торговцы благодарны вам за помощь. Получаете 80 баксов. Мы побежали до дома, до города. Надо получить деньги. И в идеале, конечно, купить что-то. Ой, что-то забегом мне его не уследил. Так, а вот дерево, нам надо дерево. Сейчас в городе, я думаю, наймем кого-то, но в идеале я хотел бы, конечно, еще танка, потому что танков не хватает. Так, рынок не туда. А, таверна, трактир. Ищете ли вы часом работу? Забрать награду. Спасибо. Что у вас там есть по заданиям? Средний, средний, средний. Ну, берем все. Ты кто? Понятно. Лесничий опять. У тебя надо купить. Да, берем. Лесничего не знаю, стоит, не стоит. Ловкость 7. Телосложение 9, жалование 12, движение 11.
А критический 6. Ну, вот этого можно, в принципе, да? I'd like to discover new places and travel the world. Да, вербуем тебя. Так, у нас пони качнулось неожиданно. Рабочий пони, грузоподъемность, либо боевой. На третьем уровне будет даваться, да? Боевой пони, я не знаю, нужен он нам, нет. В принципе, наверное, нет. Так, тебе сразу же. Бери, говорю, кинжал. Во. А если у тебя это стоит, то у тебя просто атака. Да. Игра вроде после раннего доступа вышла, но все равно еще все не так хорошо, как хотелось бы. Еще один такой у нас есть. Так, пойдемте к кузнецу. You can use my anvil. Это забирай. And I'm looking to hire a skilled blacksmith. If you вот это забирай. Давай нам хотя бы так. Плюс нам надо еще зайти к лекарю. А если мы, допустим, ну пусть будет не знаю кто. Лучник пусть будет алхимиком. Лекарство. Снежный рис. Лекарство нам надо покупать пока что. Все, купим лекарство. И куда нам теперь надо по карте? Вниз. Так, здесь же мы все взяли. Да. Здесь мы взяли все. Отдохнуть. Да, давайте сразу отдохнем. Чтобы еду не тратить. У тебя есть что-нибудь новое? Легкий, но мы не можем взять. Ладно, пошли. На наше задание. Ну и, соответственно, искать все, что нам нужно. Так, мы туда идем? Да, пошли не туда. Жена человека, который собирается повесить, отчаянно ищет помощи. Ну давайте туда сначала сходим. Это вот сюда. Что-то в лесу есть. В лесу также бывают звери. Богатая ферма. Конопля есть у вас где? Нет? О, конопля. Случайно нажал. Конопля — это веревки, да, мы помним. Старейшина, не жалейте этого негодяя. Он сбежал со своей родины и пришел сюда грабить наши посевы. Эдоранский паразит будет повешен за свои злодеяния, а мы сможем спать спокойно.
Вы наемники? Ославься, всевидящее око. Вы наша последняя надежда. Клянусь, я найду способ отплатить вам. Вы должны предупредить друзей моего мужа. Пусть они придут и помогут ему, точно. Попросите их прийти. Если они выскажутся в его защиту, переговорят с людьми, готовыми убить его за пригоршню зерна. Кусок мыла и что-то еще. Давай. Муж сказал мне, что его друзья живут к северу от озера, неподалеку отсюда. Прошу, возвращайтесь скорее. Ты что скажешь? Мне очень стыдно. Нельзя было на это соглашаться, но у нас кончилась еда, мы голодали. Бывает. Что у вас? Есть что? Стырить, нет? Вроде нет. Так, и куда нам теперь? Гробница. Нет, нам, видимо, вот сюда куда-то надо идти. Пойдемте наверх, поднимемся. Управление еще сделано так, что куда жмешь, туда и идут. Вот в этом самый прикол. Отдыхайте. Кстати, пока заметил. Исследователь. Вот тут у нас, когда первый уровень дойдет, у нас здесь знания новые открываются с вами. То есть вот так вот это работает. Довольно-таки интересно. Очко заработали. Пограничье. Генерал приказал нам не мешать фермерам искать убежище в Тилроне. Люди бегут из Артеса, а вы туда направляетесь? Требуется 200 этих. Нет, мы туда не пойдем. Я жду другие караваны. Двигаться через воющие земли лучше с большой группой. Так мы отпугнем бандитов и сможем скинуться на наемников. Крюк. Сбитого в камень крюка можно свесить веревку для спуска с большой высоты. То есть это нам надо будет еще, да? Ткань по 4. Вот ткань нам надо будет на броню. Это я точно помню. Когда играл. Крючки для рыболовства. Но еда. Не хочу едой заниматься. А больше я здесь что-то ничего не вижу. Интересного. Пошлите обратно. Сейчас нам надо поисследовать все по-хорошему. Вот сюда наверх сходить, да? Глянуть, что у нас здесь есть. Залезет наверх. Да, залезет. Тут беженцы. Вот металл. Дерево. А вот и снежные эти цветы, которые нужны нам для лекарства. 5 штук падает, кстати. А я что-то раньше, вот когда играл, просто знакомился с игрой, не делал лекаря. А это выгодно, чем покупать. Тут медведи какие-то ходят, да? Кабаны. Отошли кабаны. Давайте за цветами сходим. И валим отсюда по-быстрому. Валим, говорю. Так, здесь у нас что изучить? Кожа. Тоже хорошо. Так, ну и надо привал. И у нас есть еще одно.
Очко, сидельные сумки. Но нет, сидельные сумки нам не надо. Лекарство он умеет делать. Это хорошо. Знание. Во имя денег. Ради крон ваши спутники будут обыскивать тела в самых неприятных местах. Кроны, получаемые после битвы, повышены на 5. Тренировка с грузами. Отряд тренировался с грузами и теперь может носить больший вес на дальние дистанции. На 10. Да, груз вот надо, потому что потом груза будет не хватать. Так, ну давайте лагерь здесь разобьем. Ты... Котел, палатка. Нам не хватает веревки одной, да? Коновязь. Соль надо. Лагерный сундук, древесина, железная руда. Веревку мы можем сделать. Так, палатка. Назначенный спутник производит на каждом привале одно очко. Изготавливаем. Палатка, соответственно, ставится у нас. Давайте, вот здесь будет у нас палатка. Давай, палатку 1, 2. Так, что нам еще надо делать? Нам по-хорошему надо коновязь сделать. Это надо 2 веревки, 10 соли. Надо запомнить. Положите в этот сундук предметы, которые хотите сохранить. Вор может продавать краденые предметы на привалах. Ну, в принципе, тоже интересно. Так, коновязь, веревка, соль. Веревка, соль. И железная руда, древесина нужна. Так, поехали поедим, да? А 18. Отдыхаем. Отлично. Ну и погнали дальше. Так, куда нам надо? Вот тут мы еще не были направо. Нам надо по-хорошему все осматривать, облазивать здесь. Изучить. Тут раб какой-то есть. Так, дерево, это хорошо. Рыбака мы делать не будем, но зайти стоит. А рыбу ловить пришли? Ну, надеюсь, вы знаете, что делать. У нас крюки есть? Нет, у нас крюков нет рыболовных. Поэтому мы ничего не пришли делать. Тут просто делаешь рыбака, соответственно, ну и начинаешь ловить. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами закончим данную серию. Мы исследовали с вами достаточно немало уже, ну хотя для этого графства это еще маловато. В дальнейшем мы с вами продолжим наши исследования. Если, конечно же, вы напишите, что вам нравится данная серия прохождений. Ну и, конечно, поставите ваш королевский лайк. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании под этим видео. И отдельная благодарность людям, которые скидывают деньги через Donation Alerts. Это очень стимулирует меня выпускать больше видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!